Аллилуйя, давайте Богу воздадим все аплодисменты и славу. Давайте будем благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. Я желаю, чтобы через сегодняшнее богослужение вы нашли себя, созданного Богом. А также, чтобы вы нашли то, что Бог вам уже дал. И чтобы вы могли найти и наслаждаться тем местодействием, которое Бог для вас уже приготовил. Сегодняшняя тема – «Возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам». «Возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам». Такая тема. Значит, в этом мире более 90% люди живут в трудностях. Что люди такие думают? А, внутри меня необходимо развивать мой потенциал. То есть вот этот мир, он требует сейчас, чтобы люди развивали свой потенциал. Но Библия так нам не говорит. Бог, Он говорит нам, то есть Бог, который все превосходит, Он, вот этот Бог, Он говорит нам, что мы образ Божий. Поэтому в Бытие 1.27 сказано, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию. А люди в этом мире, они говорят, что есть еще невидимый мир. Поэтому они сейчас развивают медитацию для того, чтобы войти в подсознание человека. Вот этот невидимый мир. Но Библия, она говорит нам, что Бог, Он дал нам Дух, нам, который является образом Божьим. Поэтому, если посмотреть Бытие 2.7, сказано, что Бог сотворил человека из праха земного, вдунул у него дыхание жизни и стал человек душой живой. То есть Бог, Он благословляет нас Духом Своим. И в этом мире вот есть три организации, вот они так утверждают, что есть другой мир. И поскольку есть другой мир, то тебе надо испытать этот другой мир. Вот они об этом говорят. Но Библия, она говорит о том, что Бог, Он нам, которого дал нам жизнь, Бог дает нам Слово, которое является для нас духовным хлебом. Поэтому сказано, вдохнул дыхание жизни. Евреям 4.12. Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Вот такое слово есть. Почему нам необходимо держаться за Слово, которое является для нас духовной пищей? Почему необходимо только за Слово держаться? А потому что это Слово, оно живо и действенно. Вот это то, что Бог, Он внутрь нас, Он каждый раз сеет Слово Свое. Поэтому мы с вами, которые получили спасение Христом, есть то, что необходимо делать каждый день. Необходимо о себе говорить, я образ Божий. В действительности все проблемы в этом мире из-за того, что люди, они потеряли вот этот образ Божий. Все проблемы. Поэтому Бог, Он внутри нас сейчас пришел Христом, образом Божиим. И также у нас есть с вами душа, которая есть тоже и в животных. Но, опять же, для нас, для нашей души, путь жить – это получать Слово, которое является духовным хлебом, духовной пищей. И вот это благословение Христа, благословение образа Божьего, оно уже пришло в нашу жизнь. Поэтому все люди, которые имеют вот этот образ Божий, все люди без исключения, у всех есть поддержка. Поддержка. Что это за поддержка? Это престол Божий. Это сила Божия, которая превосходит пространство и время, а также действие света Божьего, которое сходит на 237 стран мира. Бог пообещал, что вот эти три вещи являются нашей поддержкой. И вот есть люди, которые сейчас ведут жизнь веры,
И есть то, что они не знают, и есть то, что они, то, чем они не могут наслаждаться. Что это? Значит, поскольку мы живем в этом мире, поскольку мы живем в этом материально-плоском мире, то верующие, они не могут наслаждаться вот этим благословением престола. Сила Божия, которая превосходит пространство и время. Сила — свет Божий. Это есть наука из науки, это есть факты. Но вот этим верующие, вот это верующие упускают и живут без этого. Поэтому нам самим внутри себя необходимо каждый день напоминать себе, что мы храм, что мы образ Божий. И влаживать в свое сердце Слово Божие, являющееся духовной пищей. И испытывать силу Божию, которая превосходит пространство и время. И испытывать действие света Божьего, которое светит в 237 странах мира. И тогда мы сможем различать то, что перед нами, перед нашими глазами, это плотское, этот мирской успех. Сможем увидеть, что Бог является моей поддержкой. Престол является моей поддержкой. И тогда наши глаза, наш взгляд будут меняться. Другими словами, духовные глаза будут открываться у нас. Вот то, что было как сказано в этом слове сегодня. Что мне Бог дает во владение? То есть, есть то расписание Божьего действия по отношению ко мне, и необходимо, чтобы открылись глаза у меня на это расписание. Поэтому я желаю, чтобы в это время вы восстановили образ Божий, а также, чтобы вы восстановили Слово Божие, являющееся духовной пищей для нашего души. Да, я желаю, чтобы в это время Слово Божие вошло в ваше сердце. Итак, во-первых, значит, есть имение, владение, которое Бог дает каждому из нас. И вот мы сегодня с вами читали, прочитали в 12 стихе, сказано, начиная от Аэрера, который у потока, и колено Рувимова и Гадов. То есть Бог, Он дает во владение земли разным коленам. И получается, вот этот вот Арнон, Рувим, значит, они упустили Божье благословение. Первое. Те, которые забыли миссию о Ханаане. Значит, Бог, Он дает завоевание Ханаану, Ханаана израильскому народу. И вот израильский народ, они забывают вот эту миссию. И вот через книгу Второзакония мы как раз можем увидеть историю вхождения израильского народа в Канаан. И вот на протяжении всей книги Второзакония вот мы видим процесс вхождения. И вот если посмотреть в Второзаконие, пошли главные. Мы видим, что вот это вот два колена, Рувимова и Гадова, значит, они забыли о том, что Ханаан надо завоевать. И вот свидетельство того, это Второзаконие, 32 глава, 5 стих, написано, они развратились пред Богом. Они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. То есть вот эти два народа, они забыли, что необходимо завоевать Ханаан, а они наоборот начали смешиваться с народом Ханаана. И вот тогда Моисей, вот, как мы прочитали в сегодняшнем месте Писания, вот в 18 стихе сказано, что
я дал вам в то время повеление. Господь Бог воздал вам землю сию во владение. Все, способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых». Вот это слово такое есть. Значит, здесь говорится об израильском народе, который должен пойти в Ханан. И после того, как они узнали об этом, что Бог даст им землю, они забыли о цели завоевания Ханана. И потом Моисей и потом два колена Рувимова и Гадова в 32 главе, как мы прочитали, они развратились пред Богом. То есть они проявили неверие. Из этого неверия пришло поражение серьезное. Поэтому вот в сегодняшней главе об этом поражении говорится. Израильский народ, перед тем, как они завоевали Ханаан, вот они отправили 12 шпионов, саглядатаев. И вот вы же знаете, да, когда 12 саглядатаев, они пришли, что они сказали? Значит, 10 человек начали исповедовать неверие, что мы не можем войти в эту землю. Но тогда двое, Иисус Навин и Халев, они исповедовали веру. И тогда все те, которые проявили неверие, вот в израильском народе, пока они шли в землю Ханан, все те, кто проявили неверие, они все умерли. Но только Иисус Навин и Халев, они завоевали Ханан. То есть, и смотрите, в течение 40 лет те, кто проявляли неверие, умерли в пустыне. И вот теперь они уже, израильский народ, почти входит в Ханан, и опять двое колен Рувимова и Гадова опять проявляют неверие. То есть получается, что опять повторилось неверие. То есть вот эти два колена, они не смогли повиноваться Божьему Слову. Они не могли избавиться от своих мыслей. Вот послушайте, почему мы в нашей жизни веры проявляем неверие? Неужели мы не получили спасение? Нет. Спасение, но совершенное. Один раз получил, и это на всю жизнь. И Евангелие, которое Бог дает, тоже совершенное. Но мы во время каждого мгновения впадаем в неверие. То есть, почему это происходит? Вот здесь есть ответ. Вот, израильский народ вот уже почти пришел в Ханан. Но почему они опять проявляют неверие? Потому что они не освободились от своих мыслей. Из-за их сущности они не смогли избавиться от своих мыслей. Поэтому, сами того не замечая, они начали впадать в неверие. Послушайте, мы с вами так же само. Ну, конечно же, мы все знаем, что мы чадо Божие, получившие спасение. И, конечно, если мы исповедуем, что Иисус является Христом, мы получим спасение. И это спасение, оно совершенное. И Евангелие, которое Бог дает нам, оно совершенное. Но проблема, что хоть у нас есть совершенное Евангелие спасения, почему мы этим не можем наслаждаться? Потому что неверие стало нашей сущностью. Потому что наши мысли, мы скованы своими мыслями. То есть мы не смогли разрушить неверие и избавиться от этих мыслей неправильных. Из-за этого, вот как говорит нам слово, приходит поражение, приходит неверие и поражение. И в итоге-то что происходит? Когда неверие проявляем, тогда проходит время, и я начинаю сожалеть об этом. Что я проявил неверие. То есть сейчас, может быть, не видно, но по прошествии времени, из-за моего неверия, я сам буду недоволен этим. Почему? Потому что у нас с вами до сих пор есть мысли, которые стали нашей сущностью, которые были сформированы, когда мы еще жили без Бога. Поэтому в итоге, если посмотреть, что... Значит, сейчас вот сегодняшнее место из Писания,
Вот через Моисея Бог дает слово, что необходимо входить в Ханаан. Вот какое слово? Значит, Второзаконие, 32 глава, 21 стих особенно. «Они раздражали меня не Богом, суетными своими, огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». То есть, израильский народ пред Богом, значит, они начали раздражать. Что это значит? Что чада Божие должны, держа за Божье Слово, идти, куда Бог желает. И тогда Бог несет полную ответственность. А верующие, они в это не верят и проявляют неверие. То есть вот мы можем увидеть, также это в числах 32:21, что пойдет каждый из вас, вооруженный за Иордан, перед Господом, доколе не истребит он врагов своих перед собой. Послушайте, Бог, Он уже дает нам гарантию, что Он несет за нас всю жизнь. А несет ответственность за всю нашу жизнь. И в Матфея 6:33 об этом тоже сказано, что ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. То есть Бог, Он дает обещание, Он дает гарантию, что я буду нести ответственность за всю вашу жизнь. Поэтому для того, чтобы мы могли ухватиться с уверенностью за это, необходимо посмотреть слово, которое было прежде. Вот в Матфея 6 главе, в предыдущих стихах, очень важное слово сказано. Вот Матфея 6 глава, с 25 стиха по 30 стих. Что говорит Господь Иисус? Вот особенно 28 стих. Посмотрите на полевые лилии. Они растут, не трудятся, не прядут. Посмотрите на птиц, и они накормлены. И 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть что пить, во что одеваться. 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники, а Отец вас небесный знает, что вы имеете нужды в этом. 33 стих. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все приложится вам. Это что значит? Каждый мой шаг, который я делаю ради Божьего дела, Бог несет всю ответственность за меня. И Бог дал мне уже гарантию этого. Как мы можем с вами спасти 237 стран мира? Как мы можем спасти 5000 племен? Держа за этот завет, мы будем идти, и Бог будет нести ответственность. Вот это наша с вами вера. Как такое, как я, можем спасти 237 стран мира? Как мы можем пойти в 5000 племен? Четко уже сказано. Я желаю, чтобы вы ухватились за слово. Сказано, что когда мы идем ради Божьего дела на место действия, Бог каждый шаг нас, за каждый шаг берет ответственность. Бог уже дал ответственность за это. Поэтому я благословляю, что именем Господа, что вы не колебались в вашей жизни веры и одерживали победу. И есть то неверие, есть те мысли, которые стали нашей сущностью. Из-за этого мы колеблемся. А Бог, Он сегодня нам подчеркивает, что за каждый шаг твой, который ты делаешь ради моего дела, я несу полную ответственность. Вот это и есть жизнь веры. Поэтому я благословляю всем именем Господа Иисуса, что вы восстановили и наслаждались этим благословением. Во-вторых, значит, внутри нас уже есть образ Божий. И каждый раз, когда мы держимся за Божьим Словом, тогда мы можем испытать нашу поддержку, престол Божий, Божья сила и свет Божий. Теперь второе, что необходимо сделать. Необходимо знать Божье расписание. Бог, Он покажет нам свое расписание, когда Он будет действовать. Послушайте, все расписание находится в Божьих руках. Поэтому есть тайна знать Божье расписание. Необходимо открыть глаза на Божье расписание.
Вот. О чем говорит нам Исаия 60:22? Что? От малого произойдет тысяча, от слабого, самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю, совершит это в свое время. То есть, наше расписание жизни в чьих руках находится? В Божьих руках находится. И вот сегодня расписание Моисея, расписание потомков Моисея, все находилось в Божьих руках. Поэтому прежде было сказано, что вот колено Израиля, идите впереди. То есть говорится о том, что в нашей жизни веры все должно начинаться с Слова Божьего. Вот все люди, которые получают ответы в жизни веры, они имеют нечто особое, что-то объединенное. Что они? Они держатся со Слова. То есть, прежде чем выполнять какую-то работу, нам необходимо с вами получать благодать от Слова. Поэтому для того, чтобы наслаждаться благодатью и силой от Слова, необходимо для начала понять, о чем говорит сегодня Слово. Когда я буду понимать, о чем говорит Слово, тогда с этого Слова будут выходить и сила, и ответы для меня. И о чем нам с вами говорит тогда Библия? Библия о чем-то другом не говорит. Вот с самого начала до самого конца Библия говорит нам только Евангелие. И в этой книге, в Библии, есть и события, и люди, и происшествия. Но это не важно. Важно Евангелие. С самого начала говорит Евангелие. Вот, к примеру, книга «Бытие». В книге «Бытие» есть четыре события. Затем начинается Авраам и род его. Потом говорится о Вавилонской башне. Но и четыре события, и о роде Авраама. На самом деле не об этом говорится, а говорится о Бытие 3.15. Семя жены поразит сатану в голову. Вот Авраам держался за этот завет, Исаак держался за этот завет. И Яков, который колебался, но потом ухватился за этот завет. А Иосиф, который держался за этот завет и в итоге стал из-за этого премьер-министром, который спас всех людей. Послушайте, вот завет, за который держался Иосиф, Бытие 3.15, но за другое он не держался. Что семя жены поразит сатану в голову. То есть за это он держался. А о чем говорит нам Исход? Вот в Исходе есть много чудес, много действия Божьего. Но Исход не объясняет чудеса и действия Божьи. Исход 3.18. Говорится о тайне жертвы крови. Потому что только пролив жертву крови, можно было выбраться из рабства. Жертва крови. Кровь ягненка. О чем говорится? Послушайте, 400 лет израильский народ был в рабстве. Это значит, израильский народ стал рабами, их дети стали рабами, и все были рабами, и никто не мог выбраться из рабства, никто не мог выбраться из рук фараона. Но была тайна. Исход 3.18. Жертва крови ягненка. Поэтому в тот момент, когда вы держитесь за кровь, жертву кровь, тогда сокрушается сатана, сокрушается бедствие. Об этом говорит Исход. А книги Левит, Числа, Второзаконие объясняют нам о богослужении. Здесь говорится о скинии, о жертве, то есть о богослужении. Левит, Числа, Второзаконие. И о восстановлении Евангелия говорит нам Иисус Навин, Судьи, Ируф. То есть Иисус Навин, завоевание Ханана, восстановление Евангелия. Судьи. Появлялось много судей. Народ Божий упускал завет, появлялись судьи, восстанавливали завет. А опять упускали завет, появлялись судьи, опять восстанавливали завет. То есть
Иисус Навин, потом Судьи и Руф говорят нам о том, о причине жизни, а именно восстановление Евангелия. И в итоге сам Ветхий Завет говорил о Мессии, о том, что Мессия придет. И вот об этом говорят исторические книги и книги пророков Библии. И поэтому ради этого Бог, Он поднимал царей, Бог отправлял пророков, и Бог, Он ставил священников. Но хоть Бог, Он и ставил царей, пророков, ставил священников, но они не являлись Христами. Наоборот, вот эти цари, пророки, священники, они говорили о том, что придет Христос. А то, что этот Христос пришел, об этом говорит четыре Евангелия. Поэтому все книги уже Нового Завета, уже Деяния и дальше письма, они говорят нам о действии, когда люди держатся за Христа, который пришел на землю. И есть книга, которая говорит о том, что произойдет в последнее время, перед вторым пришествием Христа. Это книга Откровения. То есть я вам только что объяснил от Бытия до Откровения. То есть Библия с самого начала говорит только Евангелие. Ничего другого Библия не говорит. Но если посмотреть Библию, вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот. Римлянам 15:4. Наоборот, почему Библия нам была дана? Почему есть разные истории, люди? Потому что все было написано нам в наставление. К примеру, 2 Петра 2:6, а также сказано, что Бог, Он показал нам пример нечестивцев и праведных. То есть, послушайте, Бог, Он дал нам Библию для того, чтобы мы поняли Слово. И вот насколько мы будем понимать это Слово, настолько будет оживать моя душа. И настолько у нас будет крепнуть вера. Вот как иммунитет есть, если иммунитет твердый, тогда проблемы, болезни не страшны. Вот то же самое, если благодаря Слову моя душа будет получать силу ответа, тогда проблемы, внутри них вижу ответы. И вижу Божье расписание. Если мы с вами держимся за Божье Слово, тогда есть та гарантия, которую Бог нам показывает, что мы обязательно одержим победу. Поэтому, если вы станете человеком, который держится за Слово, верит, надеется на Божье Слово, тогда обязательно на местах действия будет происходить Божье действие. Тогда сможем на местах действия воевать. Послушайте, есть враг на месте действия, с которым необходимо надо воевать. Если, к примеру, вот Бог, он даст мне врага на месте действия, то необходимо с ним воевать. И необходимо делать это со смелостью. Вот как сегодня сказано в Второзаконии 3:22, давайте прочитаем. «Не бойся их, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас». О чем здесь говорится? Значит, когда мы держимся за Божье Слово, выходим на место действия, Бог дает нам уже победу на месте действия. Потому что сам Бог сражается за нас, а нам сражаться не надо. И вот если мы будем испытывать это каждый день, тогда у нас появится некая смелость. Вот в Деяния 3 главе Петр, он так сказал хромому, который сидел у ворот храма. Значит, он со смелостью сказал и поднял этого хромого. И затем Петр стоит перед религиозным судом, перед Синедрионом, и со смелостью говорит, Деяния 4:12, вы знаете, «Ибо нет другого имени под небом, дано человеком, который надлежало бы нам спастись».
То есть Петр, который колебался, который Иисуса предал, который Иисуса, от Иисуса отказался три раза. Как вот этот трусливый Петр смог со смелостью пред религиозным судом исповедовать, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который належал бы нам спастись? Как это так можно было? Потому что он знал, что есть война, где Бог сам воюет. Поэтому у него появилась смелость. Вот если посмотреть на Давида, 1 Царств, 16, 17 глава, Давид становится перед Голиафом. И что он ему говорит? Со смелостью ему говорит. Он просто стоял перед Голиафом, и 1 Царств, 17:45. Значит, он говорит: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израиля, которых ты поносил». Как это Давид мог так со смелостью говорить? Потому что он знал, что сам Бог будет сражаться, и он одержит победу. 46 стих. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филимстинского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Ну, откуда такая смелость появилась? Потому что Давид знал, что сам Бог будет сражаться, и он обязательно одержит победу. Отсюда появилась такая смелость. Поэтому послушайте, когда вы идете в этот мир, не будьте слугами в этом мире. Бог дал нам великие благословения. Поэтому, когда вы держитесь за Божье Слово и повинуетесь Божьему Слову, тогда Бог впереди вас сам воюет. Если мы будем каждый день испытывать эту войну, тогда на любом месте действия мы будем со смелостью стоять. То есть вот это благословение нашего положения, которое получили мы с вами. Поэтому, на каком бы месте действия вы ни были, нам надо всегда со смелостью стоять перед миром и Бога превозносить. Бог дал нам такое благословение. Поэтому, каждый раз, когда вы держитесь за завет и выходите на место действия, тогда Бог, Он хоть и даст вам врагов, но вам надо понимать, что сам Бог будет сражаться за вас, и вы обязательно одержите победу. Поэтому в сегодняшнем месте из Писания, вот если посмотреть, 25 стих, значит, Моисей говорит Господу: «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». Значит, Моисей, он знал, что он не войдет в Ханаан. И Моисей, которому было уже за 120 лет, значит, для чего он хотел войти? Чтобы войти в ту землю и кушать там хорошо? Нет, просто у него было сердце такое. Он хотел посмотреть на ту землю, которую Бог пообещал. Хотя он знал, что он не войдет. Но все равно он в 25 стихе так говорит. И тогда в 26 стихе говорит Господь: «Полно тебе». То есть, довольно для тебя, впредь не говори мне более об этом. И потом, все-таки, Моисей, он еще послужил Богу, и Бог забрал его. Почему так произошло? Потому что у Моисея не было сущности завоевать Моисея. Поэтому, прежде чем израильский народ вошел в Ханаан, Бог, он заранее забрал Моисея. То есть, на самом-то деле, у Моисея была сущность Египта. То есть его сущность не совпадала с завоеванием Ханаана. Поэтому Бог, он до самого конца ждал Моисея, потом забрал его. И вот тоже мы можем увидеть, что произошло перед смертью. Перед смертью Моисея поднимается Иисус Навин. Почему Бог говорит: «Дай наставление Иисусу, укрепи его, утверди его»? Почему? Потому что Иисус должен был быть последователем Моисея и продолжить дело, войти в землю Ханаан.
И необходимо было забрать Моисея. Почему? Чтобы Моисей не стал как лидер, чтобы он не стал идолом. Но Бог, он ставит Моисея, Бог, он ставит Иисуса Навина тем, который продолжит дело. Поэтому Иисус, Иисус Навин, он был человеком, у которого была сущность, которая могла завоевать Ханан. Поэтому Бог его ставит. Вот послушайте, вот мы можем увидеть, что Бог, он ставит через Моисея Иисуса Навина, потому что со старой сущностью невозможно сделать Божье дело. И Иисус Навин, вот эти 40 лет, пока Моисей вел людей в пустыне, Иисус Навин, он получал обучение, практику. И потом, получив практику в течение 40 лет, он завоевал Ханан. Почему? Потому что в течение 40 лет он упражнялся в вере через Моисея. Научился вере. Вот, послушайте, у нас так же самое есть. Наше с вами призвание, правильно? Нам необходимо также передать это призвание, эту веру ремнантам, а потом пойти к Богу. Вот мы тоже. Нам необходимо с вами, прежде чем пойти к Богу, ремнантам важно оставить, веру оставить. И вот послушайте, вы, лидеры простых верующих, вы все верующие, вам необходимо засвидетельствовать детям вашим о Божьем действии и потом пойти к Богу. То же самое все наши учителя, все наши служители. Необходимо получить Божью силу, Божье свидетельство и передать это ремнантам. Для того, чтобы наши ремнанты, смотря на нас, на служителей, на верующих, учились жизни веры. И потом могли продолжить Божье дело. Поэтому необходимо, чтобы все наши служители передавали веру. Поэтому наше служение не должно закончиться на служении. Так же, как и через Моисея был поставлен Иисус Навин, так же и через нас должен быть передан четкий завет нашим ремнантам о спасении 237 стран, о спасении 5000 племен. То есть мы сейчас выполняем просто Богу служение, помогая подняться нашим потомкам. Поэтому я благословляю всех верующих церкви Хана, чтобы вы получили этот ответ. Я подытожу слово. Каждому возвратитесь во владение свое. Вот мы сегодня тоже с вами прославляли. Я, который создан Богом. То, что Бог дает мне. И мое место действия, которое Бог дает мне. Послушайте, есть вот эти три вещи, которые Бог нам уже дал. Это Божий образ, жизнь и Слово Божие. И за этим следует наша поддержка. Престол Божий, действие, которое происходит в пространственное время, и свет, который светит в 237 странах мира. И вот необходимо, чтобы через Божье Слово открылись глаза, у меня глаза на это. И я мог найти себя, которого Бог создал, найти то, что Бог мне дает, и то место действия, которое Бог мне уже дал. Поэтому каждый шаг, который вы делаете, Бог, он будет использовать вас, чтобы через вас спаслись многие люди. И я благословляю имя Господа, чтобы все наши верующие вошли в это благословение. Бог тогда услышал, что каждому необходимо возвратиться во владение свое. Господь, как было сказано в сегодняшнем слове, помоги всем нам найти меня, созданным Богом, то, что Бог уже мне дал, и место действия, которое Бог дал мне. Молюсь именем живого Господа Иисуса Христа, благодарностью.